Как показывает статистика, ежегодно в Брестской области происходит всплеск количества пожаров с наступлением отопительного сезона, с приближением холодов. А значит, это определенная степень неподготовленности населения. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, максимально напомнить людям о правилах пожарной безопасности, оказать практическую помощь при возможности, на территории Брестской области в данный момент проходит акция «За безопасность вместе». Начиная с 16 октября специалисты службы МЧС включились в этот большой профилактический проект. Еженедельно сотрудники областного управления выезжают в рейды вместе со своими коллегами на местах. В этот раз в Малорицкий район. В первую очередь в центре внимания одиноко проживающие пожилые люди. Как показывает статистика, именно эта категория граждан в последнее время стала чаще попадать в печаль сводки жертв пожаров. Вместе — это значит сотрудниками смежных организаций. Это и соцобеспечение, это милиция, это здравоохранение, это органы власти. Мы работаем на то, чтобы предупредить пожары и различные чрезвычайные ситуации в жилом фонде. Одиноко проживающие граждане находятся под постоянным наблюдением у местных служб. В деревне Орехово, куда со специальной комиссией отправилась и наша съемочная группа, категорию «одиноко проживающие» имеет 101 пенсионер, а 35 признаны в целом одинокими. В дома к таким гражданам несколько раз в неделю наведываются не только сотрудники МЧС, но и представители специальной комиссии на местах, что для пожилых людей всегда в радость. Сотрудники МЧС и по весне, и летом было, и осенью всегда. Работник на соцработник есть. Тоже посещают 3 раза в неделю, помогая нам, продукты доставляют. Благодаря населению, неравнодушному населению, все-таки удается решить эту проблему. Где одинокие, значит, помогает сельсполком. Где есть дети, есть родственники, значит, подключаем их для, например, ремонта печного отопления, для ремонта электропроводки. В рамках акции рейдовая группа посетила также и многодетные семьи, где провели профилактические беседы с детьми и родителями, а также проверили исправность печного и электрооборудования. В целом акция «За безопасность вместе» – инициатива большая и многоплановая. И обратиться за помощью в период с 16 октября по 14 ноября может любой желающий. В этот период любой житель области может обратиться в ближайшее подразделение МЧС для того, чтобы провели обследование детальное его жилища и выдали соответствующие рекомендации по обеспечению максимальной безопасности, чтобы зима в его доме прошла безопасно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».